Я думаю, что в России особая ситуация. Многие средства массовой информации, они дотационные. Не создана такой бизнес-модели, или мало у кого получается жить исключительно за счет рекламных денег или за счет своих читателей. Если мой читатель платит мне 2 рубля, я обязан своему читателю предъявить качественный продукт. Если завтра он этот качественный продукт не получит, он уйдет читать другого моего коллегу. В нашем же случае есть некоторая подмена понятий, когда средство массовой информации может жить за государственные деньги, либо за что-либо еще, и, в общем, является, по сути, дотационным. И вот ровно тогда начинается предвзятость. Как в одну, так и в другую коммерческую сторону, как государственную, так и антигосударственную. Как только читатель начинает быть заказчиком информации, СМИ становится независимым. Есть другой вопрос, там отсутствие квалифицированных кадров. Их действительно немного, и не всегда то, что недостоверно, недостоверно, потому что это заказано. Иногда просто потому, что это непрофессионально сделано. Но журналистика, профессия сейчас, вы должны понимать, настоящая честная журналистика, профессия малооплачиваемая, опасная для жизни, и многие люди, которые смотрят в будущее, молодые люди, которые смотрят в будущее и хотят оставаться честными перед самими собой, выбирают какую-то другую. И последний год многие мои коллеги говорили мне о том, что профессия стала все сложнее и сложнее находиться. Так.